Американская белая бабочка угрожает сельхозугодиям и садам Дагестана. Специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану в Дербенте и в Дагагнях выявили очаги карантинного вредителя. Насекомое повреждает более 250 видов древесных, кустарных пород и травянистых растений, уничтожая полностью листву, что приводит к гибели растений. Сами бабочки совершенно безопасны, а вот гусеницы очень прожорливы. Наиболее излюбленными культурами для них являются шелковица, американский клен, айва, вишня, слива, груша, яблоня, виноград и грецкий орех. Главам муниципалитетов были объявлены предостережения о принятии необходимых мер по ликвидации очагов карантина. Главам муниципальных образований были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии необходимых мер по локализации и ликвидации карантинного объекта в соответствии с федеральным законом о карантине растений.